Наша следующая мантра. Терикета кета, терикета така. Итак, у нас здесь есть удар та, длительный. Это закрытый удар на маленькой мембране, такой же, как те. И удар ка, закрытый удар. И вместе это така, така. И вся мантра звучит следующим образом. Терикета кета, терикета така. Еще раз. Терикета кета, терикета така. Терикета кета, терикета тако, терикета кета, терикета тако, терикета кета. Терикета кета, терикета тако, терикета кета, терикета тако. Следующая мантра. Терикета кета тери, кета кета терикета. Обращайте внимание на те та, которые помечены крестиками, и у вас не должно возникнуть вопросов о том, какие там удары. Не думайте, что это ряд однообразных мантр. На самом деле, каждая из них развивает ваши руки немножко по-разному, и эти связки очень полезны для вашей практики. Итак, мантра. Терикета кета тери. Кета, кета, терикета. Давайте попробуем вместе. Терикета, кета, терикета, кета, терикета. Терикета, кета, терикета, кета, терикета. Кета, кета, терикета, кета, терикета, терикета, кета, терикета, кета, терикета, терикета.